друзья, в магазине будет сборная солёнка из разных магазинов. Я хочу показать, как американцы любят украшать. Это уже к Крисмасу, к Новому году. Очень любят украшать дома. А это вот Сенгивина. Разными. Что здесь? Ресницы. Какие-то полотенечки. Это очень любят украшать. В ход идут все. Особенно вот эти цветы искусственные, веночки. Вот потихонечку и посмотрим. Сделаем такой обзор. Я еще не совсем как бы, поэтому еще пока не украшаю. Но все впереди. Все впереди. Наверное, я начну украшать дом снаружи, внутри. Так, это обычные декорации. Вот обычные такие, а вот там есть. Это вот осенние. Вот такие вазы ставятся, да. И вот декорации. Вот. Вот такие. Ну, такие даже в офис ставят. Вместо настоящих вот такие вот, и вроде зелень. У нас тоже елка стоит круглый год. Ну, тоже неплохо. Вот осенняя декорация. Ночки, это не дом. Ну вот это вот что-то мне нравится, да? Вот. Я сейчас сделаю себе фоточка. Вот такие веночки меняют. Сейчас осенние, потом будет Сенгивин, потом Крисмас. Вот такие какие-то шишечки, как искусственные. Так, вот такие. Но это уже больше весенние. Весенние такие. Так, свет тут мигает. Так, пошли смотреть еще какие-то декорации. Так. Вот такие тоже осенние. Ну, это весна. Боже мой, если уже Рождество и уже весна. Как хорошо. Не успеешь оглянуться. Новый год. У кого-то Рождество и уже весна. Шикарно. Стоит только веночки поменять. И уже вот разное время года. Такие мешочки из натуральных ставятся ароматные. Тут свечи ароматные все. Килимаст. Запах здесь стоит. Аромат такой. Вот картина. Да, тоже меняют он. Хорошая, да? Сейчас как раз вот такая. Ну, здесь таких декораций особых я и не вижу. Но мы съездим в другой магазин. И по ходу я покажу. Натуральную. Из соломы. Похоже, это же кукурузная солома. Такой бокс. Такой бокс. Натуральный. Да, что-то нет декораций.
никаких. А, вот уже, пожалуйста. Кентикен парад и уже, как всегда, щелкунчик. Так, пошли еще посмотрим. Есть какие-то декорации. Это стульчики такие. Какие-то большие стулья. Нет, я весной перед летом я возьму другой. Вместе с козырьком. Он стоит, конечно, но я возьму с козырьком. Хороший такой, широкий. Но я возьму с козырьком. Ну, вот такая декорация тоже уже. Пожалуйста. Да, это стулья на улицу. Тоже на улицу. Да, похоже на улицу. Где-то я видела еще декорации. Ну все. Ладно, в этом магазине все. Посмотрим в других магазинах. Ну что, продолжаем смотреть декорации, такие хризантемы. Ну вот, это пледики тоже, да? Одеяло с тыквами. Как я сказала, уже очень любят вот такое вот. Меняется каждый раз, поэтому очень много декораций. Здесь что? С такими... Ой, стыковочка блестящая. Это раннер, который ставят на грибочками на стол. Такое украшение. Вот такой. На наш стол, да, может пойти. У нас длиннющий стол. Вообще надо померить, какой у нас там. Вот такой есть. Это на короткий стол. Это на короткий, это на длинные. Здесь на длинные. Тут еще много искусственных цветов, чтобы можно было создать декорацию. Вот всякие вот подушки, набор подушек. $60 хризантемы. Бидончики. Да. Такие ягодки. Такие уже декорации. Такой стульчик интересный. Ну, как всегда, пледики. И вот уже ко всяким праздникам. Ну, естественно, что уже елки. Такие декорации. Стульчики всякие. Такие книжные полочки. Ну, не совсем книжные, они декорации ставят. Разные декорации. Сейчас посмотрю здесь.
А здесь просто как собираются. И сколько эти палочки стоят? $70. Такой приятный цвет. Хорошие палочки. Декорация. Вот и вся декорация. Здесь что? Здесь просто пледы. Все. Вот тут еще подушки. Набор подушечек. Декорация. Ну и все. В этом магазине все. Пойдем в другой. Нам же нужно собрать много-много информации из разных магазинов. Все, поехали дальше. Видео, ставьте лайки и подписывайтесь.